Блокпосты украинской армии вокруг Донбасса стали рассадниками произвола и коррупции. Об этом пишет сегодня швейцарская газета «Le Temps». Журналисты издания лично побывали на КПП между Горловкой и Артемовском и ужаснулись. Репортеры увидели, как украинские военные не пропустили без очереди даже беременную женщину, предложив ей рожать в стоящей неподалеку карете скорой помощи. Кроме того, солдаты, не стесняясь присутствия прессы, облагали данью фуры с продовольствием. Характерно, что как военные, так и журналисты используют в своей речи понятия «граница» и «контрабанда», то есть Донецкой и Луганской республики фактически воспринимаются ими как отдельные государства. На каждом пропускном пункте этой границы, которая разделила страну на две части, царят коррупция, контрабанда и унижение. С водителя грузовика, который перевозил замороженное куриное мясо, трое солдат потребовали по 3 гривны за каждый килограмм продукции. Всего 45 тысяч гривен. При этом на пропускных пунктах установлен лимит на количество денег, которые можно перевозить, не более 10 тысяч гривен.